развлекательном центре «Мега Планет» долгожданное открытие ледового катка «Айс Планет». В Шымкент приехали специальные гости-фигуристы из Новосибирска. Они демонстрируют парное синхронное катание под современные ритмы. Достойный уровень показывают и юные фигуристы Шымкента. На новое ледовое покрытие горожане бросают маленьким звездочкам мягкие игрушки, букеты и громко аплодируют. Это очень удобно. Во-первых, зал очень светлее стал. И вообще место как-то прям раскрылось. И, светло, очень нравится. Сделали очень свежий ремонт. Все очень стильно. И для людей. То есть очень комфортно сидеть в кафе и наблюдать, как дети катаются. Подсветка абсолютно другая. И сразу свежо и ярко. Кататься на коньках могут дети с 1,5 лет. Помогать начинающим фигуристам будут профессиональные тренеры и веселые помощники – тюлени, панды и пингвины. А для детей от 3 до 15 лет в Ice Planet открыта профессиональная школа фигурного катания. Это открытие мы сделали для того, чтобы к нам приходили дети кататься в летнее время, на летних каникулах. Приходили родители, даже у нас катаются бабушки, дедушки. Приходите, мы вас всех ждем. Новый каток называют необычный. Он расположен в окружении бутиков и уютного кафе. Возле нашего катка открылось уютное кафе, где родители могут посидеть и подождать своих детей, а в это время детки могут покататься на нашем катке. Круглый год новый каток Ice Planet ждет посетителей с 9 утра до 10 вечера. Анна Цурканова, Амантай Аумбеков, Сергей Константинов, информационная служба телекомпании «ОТРАР».